Из 17 тысяч желающих стать студентами Мордовского госуниверситета были школьники из 46 регионов страны. Поступили 4363 бывших выпускников школ, почти две трети на бюджетные места. Правоохранительная деятельность. 35 заявлений на одно место, стоматология, 33 заявления на одно место, юриспруденция, 20. Также высокий конкурс на медицинском институте, в первую очередь на педиатрию. В числе претендентов на звание огаревцев, как всегда, были иностранные абитуриенты. Мордовский госуниверситет в этом году расширил географию. Теперь в ВУЗе есть студенты из Албании, Армении, Доминиканы и Таиланда. А сами студенты расширили круг своих интересов к специальностям. Если раньше лидировал медицинский, то теперь и другие институты. В этом году мы отмечаем определенное повышение как раз интереса. Если раньше интерес был это экономические специальности, юридические специальности, то в этом году мы отмечаем интерес именно к техническим специальностям. Очень большое количество поступило на электронику, поэтому уклон идет все-таки в сторону технических настоящих. Средний балл ЕГЭ при поступлении на бюджетные места вырос на 2 единицы по сравнению с прошлым годом. А проходной балл по самым востребованным специальностям показал еще большую динамику. Информатика, вычислительная техника. И рост у нас здесь проходного балла составил 17 баллов по отношению к предыдущему году, я говорю. Информационная безопасность, рост к предыдущему году 24 балла. Лингвистика 5 баллов. Строительство уникальных зданий и сооружений плюс 53 балла к предыдущему году. Прикладная математика, информатика плюс 24 балла. И что для нас очень важно, фундаментальная прикладная химия плюс 37 баллов к прошлому году. Статистика приемной кампании показывает, Мордовский госуниверситет растет в глазах абитуриентов. Школьники из западных районов республики, которые традиционно больше смотрели в сторону столичных вузов, отдали предпочтение родному Огаревскому. Светлана Лашина, Павел Толобаев. Наши новости.